Сотрудники ГАИ Столинского РУВД во время несения службы заметили автомобиль, который двигался в черте города с дальним светом фар, и приняли решение его остановить. Однако водитель БМВ проигнорировал законные требования правоохранителей и начал скрываться. Началось преследование. После неоднократных требований сотрудников милиции об остановке с использованием световой и звуковой сигнализации, водитель в тупике одной из улиц остановился, вышел из автомобиля, затем начал убегать, однако вскоре был задержан. После задержания водителя правоохранители выяснили, что за рулем находится 17-летний житель одного из рабочих поселков района, который не имел права управления, а также имел признаки алкогольного опьянения. Автомобиль также принадлежал не ему. В ходе проведения дальнейших мероприятий правоохранители выяснили, что парень отдыхал с друзьями в гараже СТО, а когда у него закончились сигареты, решил доехать до заправочной станции на автомобиле BMW, который находился в ремонте.